Здрасте. А что вы тут делаете? Ничего, заказку не берем. А что? Просто взрослые люди, а что, занимайтесь ерундой какой-то. Какая ерунда? Все собирают, ерунда, а тебе ерунда. Понятно. А Путина любите? Откуда я знаю? Путина любите? Конечно, любим. Уважаете, да? Да. А чем? Понятно. А что бы хотели ему сказать? Передадим. Ну, Путину что бы хотели сказать? Что он хороший. Хороший? Да. Понятно. А что? Спецоперацию как поддерживаете? Какую? А? Ну, в Украине, которая сейчас идет. Поддерживаете? Моя дочь, не знаю где, уехала в Харьков. В Харькове сколько лет жила. Сейчас 4 года ее нету. Ни внука, ни ее. И не знаю, где их найти. Ну, понятно. Не то их там убили. Ну как считаете, там порядок наведут наши, нет? Я не знаю, должен навести, не знаю. Ну понятно. Ну здесь все устраивает вас, да? Да. Понятно. Спасибо. Я просто похлопаю.